Басня Ивана Дмитриева «Жаворонок с детьми и земледелец». Пословица у нас: «На ближних уповай, а сам ты не плашай». И правда, вот пример: в прекрасные дни года, в которые цветет и нежится природа, когда все любится, медведь в лесу густом, киты на дне морском, а жаворонки в поле, не ведаю того, по воле или неволе, но самочка одна из племя жаворонков летала да гуляла, и о влиянии весны не помышляла. А уж давно весна, сдалась и, наконец, в природе она, и матерью еще назваться захотела. У птичек много ли затей? Свела воржи гнездо, снесла яичек, села и вывела детей. Рожь выросла, созрела, а птенчики еще не в силах ни порхать, ни корма доставать. Все, матушка, ищи, ну, детушки, прощайте, и за припасом полечу я, сказала им она, а вы здесь примечайте, не соберутся лежать, и тотчас голос дайте, так я другое вам пристанище сыщу. Она лишь из гнезда пришел хозяин в поле, и сыну говорит: ведь рожь и жать пора, смотри, как матера, ступай же ты, немедля боли, и попроси друзей на помощь к нам прийти. Ах, матушка, лети скорее к нам, лети! Малютки в страхе запищали. Что? Что вам сделалось? Ах ти, мы все пропали. Хозяин был, он хочет жать. Уж сыну и друзей велел на помощь звать. А, более ничего, ответствовала мать, так ни к чему спешить. День ночи мудренее. Вот, детушки, вам корм, покушайте скорее, да ляжем с Богом спать. Они того сего клевнули, прижались под крыло к родимой и уснули. Уж день, а из друзей нет в поле никого. Печужечка опять пустилась за припасом, а селянин на рожь и мыслит: на родню сторонний не похож. Поди-ка, сын мой, добрым часом ты к дяде своему да свату поклонись. Малютки пуще взволновались, и матери во след все в голос раскричались: ах, милая, скорей, родима, воротись, уж за родней пошли. Молчите, не пугайтесь, ответствовала мать, и с Богом оставайтесь. Еще проходит день, хозяин в третий раз приходит в поле. Изрядно учат нас, он сыну говорит, и дельно, впредь не станем с надеждою зевать, а поскорее вспомянем, что всякий сам себе вернейший друг и брат. Ступай же ты назад и матери скажи с сестрами, чтоб на поле пришли с серпами. А птичка, слыша то, сказала детям так: ну, детки, вот теперь к походу верный знак. И дети в тот же миг скорей, скорей сбираться, расправя крылья в первый раз, за маткой кое-как вверх, вверх приподниматься, и скрылись из глаз.